Всем доброе утро. Мне сегодня второй день в Москве. Я сегодня буду кататься на теплоходе по Москва-реке по очень большому маршруту. Поездка длится 8 часов. Но я выйду в середине пути, потому что вечером я иду в театр. Где-то поужинаю, пообедаю. И в 6 часов уже пойду в театр Ермоловой на спектакль Олега Меньшикова. Спектакль небольшой, но я решила посетить хотя бы один театр в Москве, потому что ни разу не была ни в одном московском театре. Сейчас покажу панораму Москва. Здесь находится конечная станция метро Алма-Атинская. Отсюда я прошла буквально 10-15 минут спокойным шагом. И вот здесь вот с этого причала мы поплывем Москва-реке. Пасмурная погода, но сегодня не сильно холодно. Конечно, на воде прохладно, но я тепло оделась. Все нормально. Здесь классный сквер, мне очень нравится. Никого нет, суббота утро. Здесь можно гулять, заниматься спортом. И меня уже ждет теплоход. Что-то народу не очень много заходит. Посадка с 10:45. Ну, мне кажется, что уже кто-то зашел туда. Сейчас посмотрим. Шваркову вот к рукам. Вот здесь, видишь? Берет. Она.
довольно... Thank you.
ночной прогулки в сторону Арбата. И там дальше пойду уже до театра, потому что у меня 6 часов. Сейчас полпятого. Спектакль в 7. Ну, 6, наверное, открывают обычно вход. Так, спокойным шагом прошлась еще раз вдоль Москва-реки, по Краснопресненской набережной. Посмотрела высотки, дом правительства. И иду снова к Арбату. Я куплю конфеты в магазине Аленка. И что? Ну все, больше никаких сувениров. Так замерзла на морской прогулке, что могла отказать себе в бокале коньяка и бутерброде с колбасой в шикарном театре Ермоловой. Просто шикарный театр. Очень вкусный коньяк. Очень вкусный. Бутерброд с колбасой очень вкусный. Свежая булка. Колбаска очень вкусная. Ой, за поездку. А этот спектакль я смотрела в молодежном театре на Фонтанке. Мне очень понравилось. Музей Москвы, точнее во дворе музея Москвы, где проходит небольшой блошиный рынок.
Ну, сейчас поем, потому что я замерзла. Буду кушать рот, есть хинкали и кушать сухарчик. Ну что, дегустация хинкали прошла успешно. Я наелась от души. Пила грог, ела суп харчо, очень острый, вкусное мясо. Ну, немножко жирновато, но для того, чтобы просто попробовать один раз, можно себе позволить. Вот. И хинкали я заказывала, говядина, свинина, 4 штучки. Тоже очень вкусно, нежное тесто, ничего не жесткое, не переваренное, не доваренное. В общем, мне понравилось. Так что хинкальная недалеко от метро Парк культуры. А сейчас иду в музей Москвы. Что? Для всех. Здесь нам. Глаза? Да. Здесь в Инстаграме, там есть анонсы всех.